Аполлон, а ты помнишь самый главный, самый простой способ стать богом? Ну, жениться на богине? Вот у тебя жена богиня? Скажи ей иначе, ага. У меня богиня. И поздравляю. А на сцену выходит моя жена Татьяна Климкина. Встречаем. Здравствуйте. Ну, на фестиваль Свизар я, конечно, не попала, только смотрела записи, и когда я уже сюда приехала, с фестиваля не было. Но с тех пор я здесь уже свой человек. Даже свадьбу здесь отпраздновала. Божественная свадьба. Ну, я исполню мелодию китайскую, называется «Цветок жасмина». Татьяна Климкина.